В Нефтьюганске подвели итоги проекта «Пуговички», который получил грантовую поддержку губернатора Югры. И речь не про рукоделие, хотя и создали его для женщин. «Мамы как пуговички, на них все держится». Именно этой фразой вдохновилась жительница Нефтьюганска Гюзель Ступак, создавая проект. Социально-психологический курс содержит в себе групповую работу и арт-терапию. Прорабатываются проблемы взаимоотношения с детьми и партнерами, способы разрешения конфликтов и противостояния возрастным кризисам. Отмечу, что изначально пуговички планировали принять полсотни участниц. На деле же получилось в два раза больше. Сейчас организаторы уверены, что у проекта будет продолжение. И как-то все поменялись за короткий срок. Очень было эмоционально, душевно и очень интересно. Сейчас по-другому просыпаюсь утром, по-другому начинается день, по-другому отношусь, стараюсь все замечать. По итогам вот сейчас всего проекта, что пишут мамы, какие изменения у них произошли лично, как они выросли, какая самоценность у них там. Они стали ценить себя, беречь себя, любить себя. Соответственно, и поменялось отношение к ним, и их отношение к этому миру, и в семье там лад. Ну до мурашек просто такие отзывы. И в таких случаях прям вот, ну, убедительная уверенность, что все сделано правильно.